В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области обсудили законодательные инициативы, направленные на улучшение работы управляющих компаний. В частности, предполагается упростить процедуру отзыва лицензии у недобросовестных организаций. Об этом пишет Риамов в Люберцах, цитируя сообщение пресс-службы ведомства. Сейчас аннулировать лицензию управляющей компании может только суд по заявлению органа государственного жилищного надзора. Его могут подать в том случае, если в течение года организации более двух раз назначали административное наказание за неисполнение предписаний по одному и тому же случаю. Это делает процесс практически нереализуемым. В министерстве ЖКХ решили, что отзывать лицензии должна та же специальная комиссия, которая занимается их выдачей. Также на заседании предложили управление упростить процедуру вывода домов из управления недобросовестной компанией и повысить роль советов многоквартирных домов. на Троян, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапочева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.